Днем ранее в Сочи прошла акция. Полицейские рассказывали автолюбителям о том, что на дороге не стоит забывать о собственной безопасности и обязательно пристегиваться в салоне автомобиля. Также водителям напоминали о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке малолетних пассажиров. Всего за сутки сочинскими полицейскими было выявлено более 80 водителей, нарушивших эти требования правил дорожного движения. Езда без ремней безопасности или мотошлемов предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.